Начался праздник во Владимирском храме. Перед началом крестного хода здесь прошло торжественное богослужение. Православные прославляли создателей славянской письменности, святых Кирилла и Мефодия. Братья были монахами и славянскую азбуку создали в греческом монастыре. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке, и в этом году ей исполняется 1154 года. Новый алфавит получил название «кириллица» по имени одного из братьев, Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом. А помогал ему в богоугодном деле образования славянских народов старший брат Мефодий. Кроме того, братья-греки перевели на славянский язык Евангелие, апостол и псалтырь. Сегодня этому празднику посвящаются научные форумы, проводят фестивали, выставки, поэтические чтения и другие культурные мероприятия. Тема – это духовное единство, сплочение славянских народов и почитание великого культурного наследия, отмечают священнослужители. Для нас этот праздник очень важен, так как этот день мы считаем основополагающим днем нашей культуры. Это то, что действительно стало основой, корнями нашей нации, нашего самоопределения как национальности, народа, идентичности нашей. Крестный ход – это то священное мероприятие церкви, когда мы освящаем наш город святыми молитвами, когда мы просим у Бога благословения. Просим мира, просим здоровья. Несмотря на будний день, принять участие в крестном ходе пришли более 1000 верующих сочинцев, в том числе и мэр курорта. Все горожане единым движением, в общем-то, поддерживают друг друга, и это действительно хорошая традиция. И я думаю, таким образом все горожане Сочи говорят о том, что мы верующие люди и полностью поддерживаем все православные праздники. Крестным ходом горожане прошли по всему центру Сочи, от храма равноапостольного Владимира до собора Михаила Архангела, где и завершилось торжественное мероприятие. Обязательно крестный ход, он нужен, крестный ход, это для спасения, это для города благодать, это многим не понять этого, это такое вдохновение души. Колокола звонили, даже солнышко вышло. Крестный ход, это святое для верующих людей. Это событие в городе Сочи не часто это бывает. Собраться всем вместе и так далее. Крестный ход, посвященный Дню славянской письменности и святым Кириллу и Мефодию, в Сочи прошел впервые. Теперь же такое празднование церковно-государственного праздника на курорте станет новой традицией. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.